Вот эти все условия надо выполнить. На самом деле, надо так или иначе зачистить информационное пространство. Если у нас все будет хорошо с оружием, там, по аппаратному обеспечению, информационное пространство останется таким же загаженным, то это ничего не поможет. Дело в том, что основное сейчас движение вот всех этих информационных атак направлено на молодежь с целью сделать из нее оружие против нашего собственного государства. То есть сделать население страны оружием против ее самой. Вот, если мы с этим не справимся, ничего не поможет. Там никакая аппаратура нас не спасет. Тут надо чего-то делать. Сейчас вот у нас просто есть там открытая как бы информационная рана зудящая. На мой взгляд, там простейшее, как бы, то, что всегда делают, там механическая зачистка от грязи, обеззараживание, лечение антибиотиками, засевание полезной флоры. То есть вот без этого ничего не будет. Вопрос, насколько у нас начальство это понимает. Путин избран до 2024 года. И я боюсь, не дай бог его кто-то там убьют, я так понимаю, на него там несколько раз в год готовится покушение. Или не дай бог у нас там после того, допустим, он уйдет в 2024 году, да, я не знаю, но вот, не дай бог у нас придет кто-то типа Горбачева, да, там, или еще чего. То есть опять начнется измена наверху. Вот это будет очень плохо. Так-то у нас все шансы есть. Мы очень круто там во многих областях военных, атомных, и с программистами у нас все хорошо.